Зачем я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался не в муках, не в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули, додумали, что вдруг мои родители зачали меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда в 40 огромные приливы тапы длинные. Их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честная компания. Ходу, думушки резвые, ходу. Слово, строченьки, милые, слова. Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я, и выжил. Дом на первой Мещанской в конце. Там за стеной, за стеночкою, за перегородочкой, соседочкой, соседочкой баловались водочкой. Все жили скромно, вровень так. Система коридорная, на 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб не попадал, не грела телогречка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. И боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я здоровый двухлетка на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога. И народ зажигалки тушил, и как малая фронту подмога. Мой песок и дырявый кувшин, и било солнце в 3 луча сквозь дыры крыш просеяна. Кириллыча и Кинщу Моисеевну, она ему как сыновья, ты без вести пропавший. Эх, Кичкова одна семья, мы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и соса, поживал не забыт, не заброшен. И дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленных гонят, чего ж мы дрожим. Возвращались отцы наши братья по домам, по своим, да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, а у папы Вовчика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошное чемодание. Взял отца на станции погоны, словно цацкие, а из эвакуации толпой валили штатские. Огляделись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели и отплакали те, кто дождались. Не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем, он в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. А он всегда был спорщиком, при пусте не откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Спекулянтка была номер первый. Ни соседи, ни бога не труся, жизнь закончила миллионершей.
Пересветова тетя Маруся. У нее там за стенкой горели, и она там втихую пила, а упала она возле двери, некрасиво так зло померла. Нажива, как наркотика, не выдержала этого богатенькая тетенька Марусь Пересветова. А было все обыденно, заглянет, кто расстроится. Особенно обидела богатствами-то расстроиться. Он дверь сломал, а нам сказал: у вас нас не вытертый. А я за что и воевал, и разные эпитеты все от нас, да почти годовал их, толковище вели до кровянки. А в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки, не досталось им даже бабули. Прими слухи, живи, да дужи, не дерзнуть, не рискнуть, а рискнули из набильников делать ножи. Одни воткнутся в легкие, одни катина черные, а рукоятки легкие, трехцветные наборные. Вели дела обменные, сопливые острожники, на стройках немцы пленные, на хлеб меняли ножики. Сперва играли в фантики, в пристенах с рохоборами, а вот ушли романтики из-под воротин ворами. Было дело и были подвалы, было дело и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин да майоров до ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им казалось подручнее вниз.